Чебоксарах продолжается операция «Должник». Сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами с помощью специальной электронной системы проверяют водителей на предмет неоплаченных штрафов, налогов или алиментов. Затем, как это происходит, наблюдал Рифат Фаткулин. Взмах жезла и проверка документов по базе данных. Штрафов нет, удачной дороги. Нашли в списке должников, автомобилистов просят пройти в машину, где их встречает судебный пристав. По фамилии, имени и отчеству здесь узнают обо всех грешках автолюбителей. Должником человек становится, если не оплатил штраф в течение 60 дней. Таким нарушителям придется заплатить штрафные суммы в двукратном размере. В случае, если должник отказывается самостоятельно оплатить задолженность, студент-пристав-исполнитель накладывает арест на данную машину и принимает процессуальное решение об изъятии данного автомобиля и постановке его на специальную автостоянку. Тем, у кого совесть чиста, зеленый свет. За то время, что мы дежурили вместе с приставами, в поле их зрения попались, может, и не очень дисциплинированные водители, но зато ответственные плательщики. У меня никаких задолженностей нет, я постоянно свои задолженности проверяю через госуслуги. Да, у меня все чисто, стараюсь оплачивать вовремя. Если штрафы там есть 20 дней, то есть можно оплатить 50%. Это даже здорово. Подобные рейды судебные приставы совместно с автоинспекторами проводят регулярно. Чтобы не почувствовать на себе действие принципа неотвратимости наказания, они рекомендуют вовремя оплачивать все долги и ехать со спокойной душой. Рифат Фаткуллин, Арын Агавелян, Республика.